Тебя сейчас узнают на улице, как... Никто меня нахуй не узнает. Да чё, это, блядь, суперзвезда, нахуй. Короче, 3 дня и будет встречи. Ну, вот мы приехали недавно, несколько часов назад, обратно. Мы на загородный домик гоняли. Сняли домик на, вот, на пару суток. Контент везде новый залился. 21+. Рейтинг контента. Просмотр, да, обязательно голодным. Чё, сколько X стоит? 60 также, нихуя себе. Так, я все еще не понимаю, что происходит. Еще один белый бичхедик. Въебало залетает. Дедан Ориджина получается. Дедан. Нужна была легкая перезагрузочка. Мы ее получили. Особенно дитё. Да, так вообще. Мы сняли домик на 2 суток. Там, короче, дохуя парков. В одном из парков ебать замок. Ну, не надувная какая-то хуета обосратая, а ебать замок. Ну, то есть, чтобы вы понимали. Мини-зоопарк. Вообще фри купаются лебеди, блять. Короче, вообще пиздец. Домик охуенный. Кормят ебейше. Ну, то есть, вообще, ну, прям все заебок. Все как надо, короче. 2 суток, 25к. Нормально вообще ценник, блядь. Но это еще супер дешево. Это супер дешево. Трэвел лог, да не, какой, блядь, из меня. Тревелюр, блядь. Что такое? Там мы чуть-чуть с Танькой такие. Танька шашлындос делает. Я такой, блядь, что там это, что-то, блядь, скучно. Танька говорит, так ебать, пили контент. Вот, блядь, контент горит у тебя. Давай, нахуй. Ну все, мы там, наверное, ступо заливали звуки секса. Ты можешь поскидать на колде? Ничего не думаю, я не играл. Ну, в принципе, скилл-бейст хуета вообще не нужна в колде. Потому что те, кто ебут, все равно будут ебать. Те, кто сосут, все равно будут сосать. Блять, вообще нихуя не меняется. Просто добавляется куча дискомфорта, связанная с тем, что долго игры ищет. Как минимум. То есть, как минимум, долго игры ищет. Так, а что я вообще хочу на этого черектора? Доделать минус монокосты, но при этом, чтобы хаос рез в капе оставался. Это будет непросто. Это будет очень непросто сделать. Нужно будет подобрать идеальную, сука, бижу вообще. Идеальную бижу надо будет подобрать. Divine Flash брали. Все. Все на месте. Enlighten с Сентой, да, пофиксили. Теперь Enlighten Anomalous 20 кольти требует 38 инты, блять. Экшели на любого черкера можно надеть. Мне пиздец, кстати, не терпится заценить музончик в DLC Дума. И либо ужаснуться, либо вздохнуть с облегчением. Прям не терпится, вообще не терпится. Ну, вроде как там, как показывали превью, ну, точнее, давали превью послушать. Ну, вроде что-то более-менее. Ну, типа, не пог, но и не хуйня. Ну, чисто пойдем. Ладно, рогать крутить, смотреть 10 часов, лул. Ну да. Это же заебись, чине. ПД как игра охуенная была бы, если бы не скатилась в донатную помойку. Что проще выбить мир и скрафтить 1000 меч? Нафармить на мир. Ну, выбить мир ты никогда не выбьешь. Ну, нафармить на мир ты можешь. Вполне. Что на по автосортировке? Бля, я лично считаю, что это не надо. Оно нормально кликается в плане. Я лично не испытываю какого-то дискомфорта, чтобы вот раскидать лут. Но я, кстати, за эти 2 дня успел известись на том, что, бля, сейчас бы поиграть. Прям вообще. Работаю по 12 часов, смотрю тебя, без тебя скучный груз, буду смотреть магистра и засабаться на него. Ну, магистр, конечно же. Такой себе заменитель меня, блядь. Там не хватает килограмм 200, блядь, чтобы хоть как-то претендовать, блядь. Но тоже сойдет. Особенно, когда хочется аниме. Ай-я-я! Привет, Мордор. Участвовал в соревнованиях по бегу в Африке. Занял 2548 место. Ну, ты регалку-то кинь все-таки. Алло. Алло, да. Алло, да, здравствуйте, это регалочная? Можно мне, пожалуйста, одну регалку в мой, блядь, мерсмещик, нахуй? Вебку трясет, это эффект погружения. Скриншейк просто не выключил, вот, блядь, на вебку действует. Не играл в Diablo, у Diablo Like игры, подскажи, скилл через 2 рук, твой скилл, на мешка, блин, лучше. Смотри, прежде всего, не парься, просто... Выбери любой гайд на том же ютубе и играй строго по нему. Там напиши какой-нибудь гайды для новичков, там вот это, что-нибудь такое. Бюджетные билды,
что-нибудь такое. И попробуй поиграть. Понравится? Заебись. Не понравится? Ничего страшного, игры дохуя. Там не было моба, если что, блядь. Он пинал воздух, там не было моба. Я умер за микросекунду, блядь. Хардкор Редди Гомза, хули, чё сказать. Чё сказать, блядь. Хардкор Редди, ебать. Пиздец, дерьмо, блядь. У меня Fire Res нормальный. Это что? А почему я умер-то, блядь? Бля, не, это очень хуёвая игра. Пиздец. Бля, это очень хуёвая игра, парни. Она просто, блядь, из дерьма. Это какой-то ошмёток порожней, блядь. Обидно так-то очень. У меня опыта было больше 10%. Я сдох, блядь. Из-за невидимого моба, которого пиздил Типс, но этот моб решил попиздить меня. Ебать, кайф. То есть у меня даже, несмотря на Эли Викнес, все равно кап Fire Res'а плюс Divine Flash. Окей, на мне, скорее всего, не было Fortify'а тогда. Но какого хуя меня, блядь, он просто изничтожил, нахуй. Что за, блядь, за чушь вообще, нахуй. Ладно. Но я, если что, не хочу играть уже в эту хуйню. Я бы лучше в колду поиграл, но не с кем, так сказать. Ну что это за чушь, блядь? Просто бредятина ебаная, нахуй. Вообще в этой игре, блядь, такого не должно быть. Чтобы один моб тебя шотает, блядь, охуеть. Невидимый, блядь, вау. Вау, блядь. Чё ещё, блядь? Блядь, нормально сидели и играли, блядь. Сдох из-за какого-то поебения обосратой, блядь. Просто, говорю, всё настроение, блядь, заруинило. Охуенная игра вообще. Причём я не ебланил. Я даже ни на чё не отвлекался. Я просто сдох, блядь, и всё. Может, хватит, блядь, уже серьёзно. Может, пора пофиксить эту хуйню. Руфин Экспресс, так вот, я две бахнул, блядь. Нет. Мне лично пенталгин помогает, он просто закончился. От любой такой ноющей боли пенталгин вообще прям, блядь. Выпил минут 10, все, блядь. Вчера пришел с акта, но сюжет не там много потерял. Ну, сюжет в пое есть, он довольно хороший. Просто геймплей в пое... очень крутой. Анальгин, Нурофен и пенталгин. Анальгин более-менее, Нурофен вообще не алё. Пенталгин шотает нахуй. Боль. Я сейчас, блядь, не пойду в аптеку. Просто пищная головная боль, которая вообще у всех бывает. Бля, вообще я бы выдвинулся на миссии Джун, чтобы наконец-таки раздобыть, сука, минус монокост, который мне очень нужен. Ты же скажешь, поможешь? Так в чем? Ты напиши конкретно. Просто у нас босса убить. Давай, бро, я верю, ты справишься. Он, блядь, вообще никто, просто пыль, блядь. Ты... the real man, the real, блядь, киллер. Я же говорю, помогу. Ты сможешь. Я лично в тебя верю. Он, блядь, вообще никто. Просто никто. А что это за мультикрафт? Не, Хаос Рез заебись. Форточка тоже заебись. Чарка вообще охуенная. Но... зачем ты мультикрафтнул, но закрафтил только лайф? Какой смысл? Ну, таких вообще нету, шлемов. Но можно поставить, ну, экзиков там за 4, за 3. Мультикрафт из рекинга. Так, еще рандом модифайер. Так, перчаточки. Fire damage to attacks. Колечко. Holy fucking shit! Где вот... Ой, ебать! Это... Т1 хаос рез, блядь. Ебать! Ой, блядь! Блядь! У меня же... Ой, нет! Чат, ложная тревога. Ложная тревога, чат. Energy shield. Ебать, я вас забатил, нахуй, да? И сам себя, блядь. Ой, фу, блядь! Ой, какое после... Ой, блядь. Зачем я внимание обратил? Лучше бы не обращал. И дальше бы думал, что... Ой, все, нахуй, в пизду. 28 ЕС, ебать. Блядь. О, кольцо за 11 экзов, нахуй. Блядь, ну какое же отвратительное, сука, послевкусие. Я думал, реально заслэмил хаос Т1. А это у меня уже был Т2, и он под каталистами. Сука, блядь. Очень неприятное ощущение, чат. Я даже сказал, сука, отвратительно. Ебать!
пиздец там взорвалось наверху. В следующей лиге сражаюсь. Чувак, 2 месяца до следующей лиги. Блять, что угодно может случиться за эти 2 месяца. Блять, здесь Иларион чилит. Вот по любе, блять, да? This is a place of sanctuary. One which I cannot allow you to defy. Чара, блядь. И он ни одной ювелирки не скинул, ни одной, блядь. Ебаный обострыш. Обострыш ебучий. Нахуй ты так делаешь? Ободри станище. Ободри станище. Почему я с этого смеялся? Чем профини крафтить меч, альты, фосилы? Молитвами. Молитвами, блять, очень высокой кармой, блять, лучше всего. Очень положительной кармой. Ну, я тебе как говорю, если я въебал что-то экзов 15 на крафт просто хоть чего-нибудь, вообще нихуя. Даже, блядь, рядом ничего не было. Я для себя сделал лучше, я не крафчу больше никогда. Алло, хватит про армию говорить. А почему? Армия призывная в России говно полная, которая ничему не учит новобранцев, так сказать. Тема была про болячки, он откосит, и все, перешел в хер. Ну, у меня мама собирала справки о том, что у меня что-то с сердцем. Прям с самого детства, там, с 6 лет где-то. Почти каждый месяц ходили в поликлинику районную, обследоваться, там еще что-то. Снимали там эту, блядь, пульс ебаный какой-то на листочке огромном, блядь. Все это в детскую карточку, блядь, и все. И потом, когда... повестка пришла, я принес все это дело доктору. Доктор такой: о, ебать. Меня сразу же куда-то к генералу отвели, и он мне прям лично, блядь, отдал красный билет, блядь. Все, говорит, ты в запасе, блядь. Да, в этом плане у меня мамуля молодец. Потому что я-то че, я еблан, типа, ай, хули. Это все, ладно. Самый ебаный ад был, это когда раз в год нужно сутки проходить с этим нахуй. Как он, холтер назывался, что ли, или как? Короче, хуета, которая тебе каждый час давление мерит, блядь. Это пизда полная, блядь, это вообще... Не, блять, вот никому нахуй не советую испытать это. Это такой лютейший дискомфорт, пиздец. Это не больно, это не неприятно, а это просто ебанутый дискомфорт. Вот, блять, ничего дискомфортнее вообще не бывает, блять. Спать с ним невозможно было, я просто не мог спать. Я помню только, когда я лег что-то на 2 недели с какой-то хуйней в больничку. Там был нормальный, блядь, единственный, не вот задрипанный СССР холтер, блядь, а нормальный, блядь. Какой-то прям красивый, в красивом беленьком корпусе, очень маленький, где-то вот такого размера. То есть прям не вот такая, блядь, хуета, а вот такой прям маленький. Там что-то пара проводков с него, они потом разветвляются, тут у сисек, блядь. Он меряет, вообще ты даже не чувствуешь, что он меряет. И это единственный, блядь, холтер, с которым я даже поспать смог. Блядь, ну такой салон заказать, ну только 5-летнему ребенку, блядь, в голову придет. Вот ебать, это что за хуета? Блядь, это худший салон, что я видел, блядь. Да, этому салону пизда через месяц. Блядь, и зеленая подсветка, ёб твою мать! Ну какие нахуй стафы, блядь? Ну какие нахуй стафы, сучара старая, блядь? Богатый морф, чё, блядь? Да, нахуй я это сказал? Давненько чуть сердце не пиздил. Потому что я, блядь, неделю вообще из хейста не вылезал, блядь. Чё это хмука-хму? Чё это, блядь? Эй! Да. Похоже? Нет, банно. Там
норм раскатал, продолжаю валить контент, избавившись как громкость музяки, плиз. Так, нормально? Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.